событие. Начинаем с Калининграда, где сейчас находится Владимир Путин с рабочей поездкой. Президент приехал, чтобы поучаствовать в запуске в эксплуатацию нового терминала «Газпрома» по приему газа и специальной плавучей платформы. Я хочу поблагодарить сотрудников «Газпрома», инженеров, проектировщиков, рабочих, строителей, всех, кто воплощал в жизнь этот проект. Напомню, что поручение мое было на этот счет дано еще в 2013 году. Тогда же и началась работа, и в достаточно короткие сроки этот проект реализован. Как я уже сказал, значение терминала для энергобезопасности и укрепления энергетической базы региона трудно переоценить. В первую очередь, учитывая географическое положение Калининградской области. Более того, построенный терминал и его инфраструктура в случае необходимости покрывает все потребности в газе Калининградской области полностью, без задействования газопроводов через территорию сопредельных государств. Добавлю, что новый терминал возведен с применением самых современных технологий и учитывает все требования экологической безопасности. Новая инфраструктура позволит наладить альтернативный способ газоснабжения Калининградской области с помощью сжиженного природного газа, который будет доставляться по морю. Это повысит энергобезопасность самого западного региона России. Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в запуске работы нового терминала. Сейчас ПРГУ пришвартована у терминала в Калининграде. Установка полностью готова начать процесс регазификации и подачи газа на берег. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу дать команду капитану начать отгрузку газа для потребителей Калининградской области и для закачки газа в Калининградское ПХГ. Начинайте. Уважаемый Владимир Владимирович, сейчас с пульта управления регазификацией и отгрузки я подаю команду на начало подачи газа на терминал. Все системы судна работают в штатном режиме. Газ на берег подается.